Масштабные работы проведены в Химках для бесперебойной подачи тепла в квартиры. Только с начала отопительного сезона специалисты поменяли 1,5 километра поврежденных сетей. В 275 домах провели развоздушивание инженерных систем, а в 55 устранили утечки на теплотрассе. И еще в 37 домах заменили насосы и запорные арматуры. Ремонтные работы бригады ведут в круглосуточном режиме. Там, где это возможно, стараются не отключать дома от теплоснабжения, используя резервные системы. В настоящее время там мы вынуждены для того, чтобы не включать и снова отключать потребителей, работая на утечку, сделать байпасы протяженностью порядка 200 метров в общей сложности каждый и полностью уже решить проблему с отоплением этих домов. И горячим водоснабжением также параллельно, поскольку повреждения возникают и по горячему водоснабжению. Для решения вопросов в сфере теплоснабжения работает оперативный штаб под руководством главы округа. Как сообщает Дмитрий Волошин в своем телеграм-канале, всего в Химках более 1400 домов. Перебои в теплоснабжении зафиксировали в 300 из них. В большинстве отопление восстановлено. На некоторых адресах аварийные бригады работают и сейчас. Для этого в ТСК «Мосэнерго» вдвое увеличили число бригад с 8 до 18. На особо проблемных участках производят полную замену трубопровода. Так, например, на улицах Кирова и Победы заменили почти 0,5 километра теплосети. В целом в Химках запущена масштабная программа по модернизации теплового хозяйства, рассчитанная на 3 года. К ее реализации приступили этой весной. Уже заменили 15 участков трубопровода, обновили оборудование котельных и тепловых пунктов. В планах до 2025 года проложить 26 километров новых труб и отремонтировать почти 460 километров сетей. Эти работы охватят почти 900 домов Химок, где проживают более 200 тысяч химчан. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.